Итак, друзья, всем доброго утречка. Сегодня у нас 13 октября, как видим, да, 12 часов дня. И мы находимся, вот здесь. Вот моя точечка. Это город, или как бы, я не знаю, городишко, возле Флоранж, недалеко, Фамек. И если мы так немного увеличим, давайте перейду в другой масштаб по умолчанию, то где я нахожусь, недалеко здесь у меня вот Люксембург, как бы, да, граница, город Мец, и это, чтобы вы понимали, я нахожусь во Франции непосредственно сейчас. Вот, Париж, как бы, вот вам локация вся. Сейчас же я прокатимся, кстати, погода очень чудесная, и мы где-то, может, сейчас просто где-то, вот я стою тут на парковочке, видите, как она обозначена красиво, ну не так, правда, ну ничего, сейчас мы поедем вот на кругу направо и тут налево, и как бы, вернее, с круга направо, и вот частные тут домики, прокатимся, посмотрим, как здесь живут, ну и так, я не знаю, в центр, может, этого Фамек заскочим и вернемся, в принципе, где-то здесь будем мы кататься. Ну вот так вот, это показал, как это все видит со спутника вид. Ну а как есть натурально, едем дальше. Итак, друзья, что мы имеем по факту? Такой вот паркинг. Кстати, давайте поедем сюда, в эту сторону. Опять же, спасибо программке. Вот, нашло. Вот, это получается при этом заводе. При этом заводике. Где-то есть такой вот парковочка. Ну, видите, уже запарковались, все, сзаду все уже машинки. Так что... Ну, в основном мало французских машин, в основном это польские номера, там чешские, смотришь, бельгийские. Вот. Ну, как правило, за рулем украинцы. Все, покатили. Хорошо, спасибо. Да. Товарищи сказали, зачем я рюкзак беру. А рюкзак для того, там ноутбук, там документы, в принципе, там все, как бы. Ну и как бы водичку взял. Взял я и мастерку. Кстати, в одной футболке сейчас еду. По погодке получается где-то около 23 будет в плюсе. Ну, как я говорил, на этом кругу мы направо поворачиваем, чуть проедем. Справа, наверное, тоже какая-то фирма. Ну, ладно. Нам же ж интересно прокатиться вот вдоль жилых домов. И посмотреть, что здесь и как. Ну что, поворачиваем, наверное, налево. Или давайте следующую улицу возьмем. Давайте со следующей. Итак, я уже говорил, да, времени около, ну, где-то около 12, около 12 где-то, да, времени.
даже такой паркинг для легковых. Ну что, красиво, со вкусом. Знаете, и цветочки такие красивые, и кустики, да вообще, в принципе, неплохо. И подземный гаражик вот здесь даже сделано. Раз, два, вот таких вот три домика, даже четыре вот с правой стороны, кстати. А, и они слева одинаковые практически. Вы знаете, красиво. Так, а здесь мы, наверное, проедем все-таки, да? Или это будет чей-то двор, скорее всего. Да, это чей-то двор. Придется ехать вот туда. Дождик прошел, освежило, видите, асфальтик влажный. Ну ничего, у меня защитные эти покрышки есть, которые защищают, чтобы не вымазать меня. Так, что там у нас дальше? Вот. Кстати, смотрел я бассейн, ну, некоторые бассейны, которые где-то вот в 2 километрах от моей точки, то есть как бы недалеко, они с 8, вот сегодня воскресенье, с 8 до 12 работают, и уже время как бы опоздал я, да, если бы я знал, чтобы они раньше открываются. Я обычно думаю, где-то они в воскресенье там с 10 где-то так вот начинаются, я бы, конечно, пошел бы поплавать хотя бы там пару часиков. О, смотрите, такой ярко-зеленый, вообще цвет такой классный. Вот. Был там еще один бассейн, есть в расстоянии, если велосипедом ехать, то в расстоянии, по-моему, 11 километров. Но там же есть и ледовая арена какая-то, вот можно и покататься на коньках, и такой вот комплекс. Но что-то я не готов к этому. Так, здесь тут, видите, зашились вот так вот, такими искусственными деревяшками. Ну, кто-то, видите, открытый. Вот смотрите, как справа, да? Красивые статуэтки такие. И пальмочки декоративные такие. Вот здесь тоже, видите, все стандартно. И какой-то кустик. Цветочки. Красиво. Здесь на две машинки гаражик. Интересный вариант, я говорю, что можно, если кто занимается моделированием или как, я не знаю, дизайнеры эти вот все, я думаю, они все-таки просматривают вот эти материалы и для себя что-то ищут, знаете, какую-то концепцию, какую-то новую, где-то что-то подсмотрели, что-то добавили своего и что-то вот так вот навеивает тенденцию какую-то. Так, здесь великов полно. Скорее всего, мусульмане какие-то там. Какие-то напевы мусульманские. Видите, какой барьер рук. Туалет. Типа
попробуем. Открытый, не открытый, сейчас узнаем. Смотрите, как открыто все. Как, пожалуйста, и кнопочка уже, конечно, ее побили, разлупили, вернее, там раскроили. Но сам факт, в этом даже городке, пожалуйста, это стационарный туалет. Это не био какой-то там привозной. И бесплатный, друзья. Вот так вот. Я считаю, вот нужно, потому что, конечно, да, человек идет, ну, всякое, это естественно, конечно, захотелось ему. Или что-то не втерпешь, или как-то всякие бывают причины. И куда его все? Под окна, под эти вот тротуары или что-то. Конечно, пожалуйста, вот так и сделали, и город чище будет. И приятнее. Ну, вот так вот. Так, слева какое-то кладбище, наверное, вот это вот. Я не знаю, куда мы едем, ну, короче, как-то катаюсь. Катаемся в свое удовольствие. Давайте направо вот проскочим, там раз, два, три, ну, по-моему, 4 этажа, вот такие вот многоэтажечки. Да, так, конечно, получилось. Все-таки я думал, в пятницу загружусь. Именно на предприятии это было 5 часов вечера должно быть. Но приехав на загрузку, именно на бюро, вот на регистрации, сказали нет. То есть я подал номер загрузки. Вот сказали, у меня загрузка будет на понедельник. Вот так вот. Ну, то есть тем самым дали мне возможность, как говорится, отдохнуть. А так, если бы загрузился, я бы пятницу чуть-чуть вечер там доехал бы, и потом бы в субботу еще ехал бы. Давайте налево повернем на велодорожку. Ну вот видите, да, во Франции все-таки больше таких французских Renault, Peugeot. Если у немцев больше своих, конечно, может, они как-то их там для своих работников, может, какие-то скидки дают. Да, я думаю, может, наверное, просто хорошая марка, так небольшие автомобильчики, почему бы нет. Вот. Своего производителя поддержать. Хотя есть немцы, вот Туарег слева, гольфики там попадаются. Ауди вот справа. Интересно, вот воздушная линия, видите, она как-то здесь идет по центру. Ну а так, в целом, чтобы провода видно, ну нету их. Видите, даже вот столбы такие инновационные какие-то, вот я не знаю из чего. Ну, это не бетонный какой-то столб, а такой модерновый. Сейчас я по нему стукну. Не, металлический какой-то. Фармация, аптека.
Опять же, друзья, повторюсь, это воскресенье, отдыхают люди, кто-то ходит в церковь, кто-то в костел, кто-то куда-то в мечеть, отдыхают, либо же просто выезжают ездят друг к другу, либо вот ремонтиком каким-то занимаются, вот, по месту. Ну, вот так вот. Это какой-то парк, наверное, скорее всего. Здесь фонтаны. А, это тут фонтаны, по-моему, или что такое. Посмотрим. По-моему, здесь фонтанчик, но он что-то не работает. В этом месте. Ну да ладно, едем далее.